телеведущая и экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась радостной новостью. 44-летняя звезда вышла замуж. Сегодня Ольга сделала неожиданное признание. Телеведущая долгое время скрывала нового возлюбленного. «Я долго думала, говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня», — написала Ольга у себя в Инстаграм. Как оказалось, расписалась пара 27 сентября. «Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то на земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила, моего самого лучшего мужчину на свете. Я очень счастлива и хочу поделиться этим счастьем с вами. Не устану повторять, что после 40 жизнь только начинается». Фанаты Ольги поспешили поздравить ее с таким прекрасным событием. «Какая красивая пара, берегите друг друга. Дай вам Бог счастья. Ура, очень рада за вас». Так как певица неохотно рассказывает о личной жизни, о новом избраннике певицы известно лишь то, что он бизнесмен и зовут его Валерий. «Я очень счастлива, у меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви, моих хвостиков. Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно только мечтать», — поделилась Ольга у себя в Инстаграм.